Село Алагумхара расположено в 25 километрах от города в верхней зоне Галского района. Дорожное полотно после съезда с центральной трассы оставляет желать лучшего. Однако по всему периметру проселочной дороги открываются взору местные пейзажи, горные и лесные массивы, которые завораживают своей красотой. Это действительно то место, где хочется отдохнуть от городского шума и подышать свежим чистым воздухом. Зураб Джахая, глава администрации села Алагумхара, являясь коренным жителем села, занимает данную должность с 2002 года. По его словам, в селе проживают 640 человек. Это на сегодняшний день 128 хозяйств. Сельчане в основном занимаются сельским хозяйством и скотоводством. Так же, как и во всем районе, основным доходом для населения является выращивание и реализация ореха фундука. Одновременно молодые люди часто выезжают за пределы села на дополнительные заработки. Здесь был такое время, когда люди здесь, семья, был где-то 430 дворов. А сейчас он здесь дошел до 128 дворов сейчас, в данный момент. Крестьяне занимаются особенно этот орех, животноводство, кукуруза. Заработки, которые уезжают, особенно молодые, которые в нашей абхазской территории, они выходят в Гагры, в Сухуми. Глава села рассказал, что в селе нет детского сада. Из-за его отсутствия детей отправляют в детский сад, который находится в соседнем селе Абиркыт. В Алагумхара одна средняя школа. Она функционирует с 1989 года. Сураб Джихая добавил, что месяц назад глава района Тимур Надарая посетил село с рабочим визитом, побывав и в школе. Увидев, что школа находится не в самом лучшем состоянии, он выделил средства на ремонт двух кабинетов, а также напольного покрытия. В школе 48 учащихся, изучение русского языка было введено в 1995 году. Полностью на систему обучения на русском языке перешли в 2005 году. Детишки охотно и с интересом изучают русский язык. Особенно по душе им чтение стихотворений, чем они и порадовали нашу съемочную группу. Здравствуй, осень золотая, здравствуй, школа наш урок. Нас зовет неумалкая, переливчатый звонок. Мы с веселыми друзьями вдал на школьном корабле, поплывем на море, знаний на изонном земле. Мы хотим весь мир обехать, всю вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Абхазия моя страна, сред гор крутых лежит она, вся ярким солнцем залита, над нею небо высота чиста. Гулять под солнцем хочешь ты, спеши сюда, мой друг. Ты любишь фрукты и цветы, они растут вокруг. Мы гостю ради от души, ты хочешь к морю, поспеши в Абхазию на юг. При школе есть небольшая библиотека, но несмотря на это существует острая нехватка учебников. Не у всех семей есть возможность покупать все необходимые учебники, сказал директор образовательного учреждения Отар Лежава. Все дети имеют учебники. А проблема состоит в том, что родители не имеют достаточно средств, чтобы обеспечить всеми учебниками, так как они стоят дорого. Нас бесплатно обеспечили учебниками это по абхазскому языку, по истории Абхазии. Вот нехватка этих учебников у нас нет, но по другим предметам такая проблема существует. Директор отметил отсутствие в школе преподавателя абхазского языка, что является одной из главных проблем, существующих в школе. В селе нет учителей по данному направлению. Из-за отдаленности и бездорожья учителя из других районов не желают приезжать сюда работать. Он выразил надежду, что в скором времени эта проблема решится, добавив, что несмотря на недавно проведенные ремонтные работы, школа все еще нуждается в капитальном ремонте. У нас преподаются в школе все предметы, кроме абхазского языка, потому что у нас нет учителя абхазского языка, потому что по географическому положению нашего села сюда не хотят приезжать учителя из других районов, поэтому сегодня в таком положении, что у нас абхазский язык в школе не изучается. Расскажите, какие проблемы существуют у вас в школе? В основном у нас проблема состоит в том, что классные комнаты нуждаются в ремонте. Во время дождя вода проникает на верхние этажи, тоже проблема. То есть проблем очень много. У
нас есть спортивный зал, но спортивный зал не работает уже 15 лет. Крыши вообще нету, поэтому там невозможно проводить занятия. Мы были приятно удивлены, узнав, что глава села более 30 лет работает в этой школе учителем труда. Он рассказал, что ему нравится работать в этом направлении, так как улыбки детей согревают душу. Жители села с уважением отзываются о Зурабе Джахае. По их словам, он добрый, честный и порядочный человек, любит свое село, всегда внимателен к жителям села и никому не отказывает в помощи. Нига Гачава, Илона Микава, Борис Сацуа, Гал ТВ.